Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее». Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя». И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу, не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни крестовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего». Ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым.